Эйлат, город королей. Совместный семейный отдых – это уже здорово. А приключения, пережитые семьей в полном составе, это здорово вдвойне. Веселое совместное времяпровождение способствует сплочению семьи, положительно влияет на воспитание детей, развивает у них эстетические чувства, формирует полезные навыки и привычки. EasyIsrael.ru представляет вам наш очередной выпуск видеообзоров. И сегодня речь пойдет о необычном месте – городе королей в Эйлате. Здесь найдется масса забав как для мальчишек с девчонками, так и для их родителей. Чтобы успеть посетить все аттракционы, понадобится немало времени. Все аттракционы интересны и познавательны. Первый из них называется «Путешествие в прошлое». Детей и взрослых ожидает увлекательное и реалистичное 4D-путешествие в Древний Египет, которым правят фараоны. Вы буквально погрузитесь в атмосферу расцвета египетской культуры. Увидите, как строились величественные пирамиды, храмы и дворцы. Прикоснетесь к огромному культурному наследию мировой цивилизации. Узнаете, почему научные достижения древних египтян до сих пор будоражат умы ученых. Второй аттракцион посвящен великим секретам царя Соломона, носит название «Пещера мудрости иллюзий». Посетителям предложат попробовать свои силы в решении задач с оптическими иллюзиями и лабиринтами. Взрослым и детям будет интересно попробовать свои способности, проявить смекалку, интеллект, а в каких-то местах и физическую подготовку. Прошедшим испытания организаторы предложат спуститься под землю на лифте, чтобы попасть в библейскую пещеру, где гости смогут увидеть собственными глазами те события, которые происходили во времена Ветхого Завета. Интерактивная экспозиция заинтересует всех посетителей замка без исключения. А закончится познавательное путешествие в загадочной пещере с водопадами и удивительным, неповторимым чудом природы – сталагмитами и сталактитами, возраст которых сотни тысяч лет. Посещение следующего аттракциона под названием «Водопады царя Соломона» позволит самым отважным гостям отправиться в плавание на галеоне по водным рельсам через залы с оживающими экспонатами. В конце путешествия ваша лодка проплывет по каналам, расположенным на стенах замка, откуда открывается захватывающая панорама города. Путешествие закончится неожиданным сюрпризом – адреналиновым спуском с крутой и высокой водяной горки в небольшое озерцо. В момент спуска вас сфотографируют, чтобы вы могли оставить себе на долгую память те впечатления, которые вам подарит город королей и его удивительные аттракционы. До скорых встреч! Смотрите нас на сайте www.easyisrael.ru.